Привет, ребят, с вами Тусы, и сегодня мы начнем проходить такой хоррор у нас. Сома. Все, наверное, слышали про Сома. Если кто не слышал, я вам поясню. Такая есть такая игра замечательная, Амнезия. Вышла она давно. Она, кстати, дала толчок для продвижения хорроров на ПК вообще. То есть с нее это считается классика хорроров. И, собственно, Сома, ей оценки прям все ставят, прям 9 из 10, 10 из 10. Говорят, прекрасный хоррор, давайте поиграем первую серию. И начнем сразу, чтобы не томить. Чего уж тут. Ну, тут новая игра, я пытался проверить запись. И все такое, чтобы не было всяких крюков и прочей фигни. Ну, начнем давайте. Я, наверное, не буду читать диалоги, потому что будет мешать все это. Моя речь вмешивается с английской, просто это не будет не очень хорошо. Реальность то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать. Филипп Дик. Ну, цитатки, как же без цитатки у нас? Нормально, у меня черепушка. Да. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Ну, вообще нормально у нас. Череп. Here, take this. С кем не бывает, да? No, that's for later, for the scan. It's green. Чего? Actually, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. Чего ты хотел сделать? No, it's not like that. Now. Who's David Munchie? Мы как бы в аварии, вы там что, позарите еще? Is there never enough time? О, ай-яй-яй. О, боже мой. А, так это сон был, ребят. Не беспокойся. Все это просто нормально. Так, хватит мне звонить, сейчас я возьму трубку. Давай, алло. Yeah, I'm up. Да-да. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's yeah, me. Да. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Окей, сканирование. Right? Какое сканирование? Yeah, yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid. Маркер. It'll help me capture a better image okay. of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Окей, нам тут позвонил доктор, какой-то доктор больной, видимо, звонит ночью, чтобы сказать, что мы назначены. Мы же сказали, что мы знаем. Окей, передвигаться, бла-бла-бла, это все мы знаем. Чё у нас тут? Пилотик, ребят. Пилот. Охренеть, у нас как много вещей, которые... О! Можно щупать, как в Амнезии, ё-мо. Чё это? Кому расчесаться? Давай, ты прихорошись. Где тут зеркало? Где мое зеркало? У меня, наверное, ужасная прическа. Ладно. Чё-то ещё есть. Просто... Очечи. Ну, конечно, это же полицейские очечи. Нужны. Фонарик. Чё это? А, это рассматриваем. Рассматривать можно, ребят, смотрите. Это чё, нож? О, складишок. Ладно, фигня какая-то. Чё ещё здесь есть? А, хрень какая-то. Просто хлам. О, записка. На крючке Робин МакКоннелл. Марк и Диана Миллер наконец-то нашли время на отдых. Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семье выехать на Гавайи в отпуск, о котором они так долго мечтали. Но каждый первый день отпуска подошел к вечеру. И над Вакики стало заходить солнце, Рай Марка и Дианы превращается в настоящий ад. И как упутывает тысячи тонких струн, вышедших из глубин океана. Кричащих от ужаса пластов медленно затягивают темную бездну, а вместе с ними в плен жутких щупалец попадает их 7-летний сын Чарли. Роман на крючке, полон мистики и жутких тайн, оторваться из этой книги просто невозможно. Ну, сейчас мой роман тут читать. Окей, я понял, все. Про Ктулху, видимо, у нас тут книжечка, ну и что? Так, одежда, это шмотки, почему есть? А, я сижу. Давай, алло, кто звонил? Конечно, работаю. Да, мне тут мозг разбили. Мне надо томографию делать. Что это, молоток? Что это такое? Зачем нам молоток дома? На. Окей. I swear, that guy is the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him. Так, где тут выключатель? Ни хрена ж не видно. О, да будет свет. Отлично, что у нас тут есть? Куда я положил маркер? Это что? Говно какое-то, нафиг. Флешечка, да? Флешка, давайте вставим ее. Можно вставить флешку? Давай. Охренеть, флешка просто. Большая, громадная. Так, что это? Ага. Прям прикольный такой нарисован. Так, ладно, фигня какая-то. Это что? Скорее поправляйся с тобой, мама. А, окей, мы болели. Ну да, у нас череп расколот. Бывает в жизни огорчение. Это что? Ножки, знаете, селфи-ноги. А это что? Визитка. Гриморы. Гримуар. Какой-то. Пейс. Какая-то лаборатория. Чё тут? Чего вообще понавешали сюда? Окей, рожи. Закат. Ну,
Как же без этого-то? Давайте солнце откроем там. Оп! Прекрасно. Summer's coming. Hope it's a good one. Да, хорошо. Открой, пожалуйста, окно. Там птички летают. Их можно. On, radioactive tracer fluid. Where are you? Радиоактивный маркер? Что? Ладно. Че это? Бутылка с чем? Это она? Ну-ка, сожри это. Че это за гейнер какой-то? Что это? Фигня какая-то. Че тут полезного есть? Журнальчики. Главный журнал кинематографии. Летние блокбастеры, японская анимация, пикславы, трюки против компьютерной графики, что такое бутылочное кино. Окей, мы тут о фильмах читаем, видимо. Ну, это все реклама. Давайте залезем в Google, как же без этого. Дайте в ВК там посмотрим, что там у нас. Опа. Молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города. Пятница, 10 апреля 2015 года. Торонто. Вечер на перекрестке Блур-стрит. Спаднина роуд-водитель внедорожника проехал на красный свет и врезался в другую машину. Как выяснилось позже, ее отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отделались ушибами, второй машине повезло меньше. Внедорожник ударился со стороны пассажира, и 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровью и в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибший, 26-летний Саймон Джеред, выжил, но получил сильные увечья и продолжительные необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чьё имя не раскрывается полиции, уверяет, что случившийся несчастный случай, и избежать аварии было нельзя. Собственно, это, видимо, в нас въехали, или это ужастик был. Мы телепаты, можем в головы в других влазить чисто, чтобы читать, смотреть мысли. Мы можем прыгать, мы можем двигать стулья. Это прекрасно просто. Чё такое? Блин, ты меня напугал, Ваня, напугал бы. Давайте почту проверим, что там у нас. Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет проведено в лаборатории Рейс в Торонто, но поскольку мы не можем влиять на эти расписания, мы заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования в субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтверждено. Дэвид Мунша нам писал какой-то по нейрографии, значит. А что тут еще? Новый рецепт. Короче, наш доктор пишет, Дим, я рада слышать, что головная боль мучает вас все реже. Последний анализ показывает, что у вас мозг постепенно восстанавливается, но по-прежнему трудно сказать наверняка, когда он справляется с травмой полностью. Кровотечение будет продолжаться как минимум несколько ближайших месяцев, и вам нужно будет периодически являться в больницу на сушение полости, чтобы не создавать избыточное внутреннее давление. Поскольку продолжительный стресс может привести к смерти, я писал вам парозозин, чтобы проще было справиться с кошмарами. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению и следуйте ей. Постарайтесь как можно дольше отдыхать, и до встречи на следующей неделе. Собственно, черновики... А, привет, Джесси. Привет, Джесси, наверное, уже забыл, что я напоминаю, что завтра идем к доктору, то есть меня на работе не будет. А, это нас еще чувак звонил, собственно, отправим ему, скажем, что мы... Да, вот лучше поздно, чем никогда, мы ему все-таки сказали ему, но еще надо... О, давай в плойку заходи там или что? Что это? Мощная дача. Джон Хью, коррумпированный полицейский, работающий в Гонконге, однажды его жизнь круто меняется. Он встречает Эмбер, таинственную иностранку, которую держит в плену триады Золотого Дракона. Приготовившись к запрещенному приему, ведь героям предстоит сразиться с рядой полиции, даже с естественными силами откуда-то из-под земли. Приготовьтесь к мощной даче. Собственно, у нас тут плойка, игра, все так. О, нет диска. Да, но нет диска, поэтому... Давайте включим. Не включается. Эх, жаль. А это что? Карта разума Айзена какой-то этот. Труд по анатомии человеческого мозга предположительно отмечен критиками за доступность содержания. В нем подробно описаны функции головного мозга и наше восприятие сознания. Вы знаете, как ваш мозг зависит от тела и почему нельзя сравнивать с компьютером, а также множество других увлекательных фактов. В это издание включены две совершенно новые главы о развитии мозга и влиянии на поведение в разных этапах жизни. Собственно, мы тут о мозгах читаем и о ужасах. Да, вот так вот. Пожрать давай что-нибудь. Чё, это гамбургер? Нету, сожрали за нас. Кто мы сожрал мой гамбургер? Свет нужен. Что это? Ключи? Это что? А, не знаю. Письма, счета, всякие дерьмо, которые... О, подушечка, чё это? Оп. Давайте срач устроим. Срач тут. Срач важен. Вот так вот. Против системы. Ладно. Что у нас тут есть? Только фастфуд. Да, надо пожрать купить. Ты тут какой-то отбеливатель пьешь, что ли? Молоко. О, капустка. Или нечто зеленое. Пицца, ребят. Ты чё, чувак, пиццу жхавай. Фу, когда пицца, видимо. Так, ничего нету. А это какое-то дерьмо у нас в холодильнике. Закрой его нафиг, чтобы не жужжал. Чё это?
Ну, как я понял, тут ничего нету, в принципе, интересного. Давай, эти. Что у нас тут, стаканчики, они разбиваются, интересно? Нет? Жалко, что не разбивается предмет. Ну ладно. Так, давайте пойдемте сюда. Что тут? Помыться надо? О, толчок, ну ясное дело. Закрой бачок, ты что? Счастье уплывет. Уплыть вода. Собственно, а что у нас тут есть? Где зеркало? Дайте, если я посмотрю. А, вот оно. Давайте забухаем. Что это такое опасно? Мы какой-то отбеливатель пьем или что это? Растворитель? Окей, пухни давай. Оба, заливаемся. Нормально. Что ты вообще пьешь, скажи? Воды нету, что за хрень вообще? Мы что, летом же? А, ну да, тут, в принципе, лето. На лето всех подключает воду. Печально все это дело. Такая дырка, хрень маленькая дергается. Окей, пойдем на улицу. Не будем доктора ждать. Заставлять у нас. Но, ну вот ничего такого вообще пока не происходит. Ну это начало только. Так все и должно быть. Окей, мы в метро? Да, мы в метро. Типа сидим. О, у нас ноги есть. Прикольно. Озгут. Вот бутылка валяется. Вы что, как свиньи-то все? Поднимите бутылку. Чувак. Ай, опять кто-то звонит. Алло. Достань телефон. Да. Алло. Алло. Джесси. Эй, Саймон. Привет. Thanks. I да, should да. be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well. Okay. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Павел ушел с работы, видимо. Good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know. Dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. Да, да, да. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out. Окей. Мы приехали на станцию Патрикаск. Отличное название для станции. Патрикаск. Просто прекрасно. Нам, видимо, сейчас томографию делать будет. Окей, загрузочки. Они есть везде. О, мы у доктора. Что-то как-то у доктора... Hello? Странно. Доктор Мунчи? Фонарь достань, пожалуйста. Мне что-то уже неохота здесь находить. О, свет. О, все нормально. Where доктор? Is everyone? Thought this place would be busy. Наш доктор, по сути, видимо, еще художник. Хреновый художник. Тут что произошло? Ты ремонт затеял? Ты делаешь ремонт и принимаешь своих клиентов. Включи ты свет. Давайте откроем окна. Чего как в кинмета сидим? О, красиво. О, системный блок. Что тут у нас? Ну, компьютер. Что за почта? Пол, ты где у нас? Несколько часов. А, есть несколько часов. Саймон Джерд у меня. Надо делать сканирование. Я видел твой ноутбук в стойке администратора. Ты уже здесь? Срочно перезвони мне. Привет, Пол. Я поговорил с Рейс насчет того, чтобы воспользоваться лабораторией на этой неделе. Мне удалось забронировать сканер на завтрашнее утро и в пятницу. Не так много, конечно, но еще разрешили использовать офис пустую стойку администратора. Так мы можем запускать модели на их компьютер, а если вдруг у нас в расписании появится окно, мы сможем получить доступ к сканеру. Я подумал, что можно прогнать завтра какие-то тесты. Например, отсканировать друг друга, чтобы пробовать оборудование. По идее, это не так сложно. А в пятницу, я надеюсь, доктор Эрик Пик уже пришлет кого-нибудь. У нее есть пациент, недавно попавший в аварию. Это интересно. Все заперто, отправлено. В лаборатории сегодня было окно. К сожалению, никто не сказал что нам о том, что код доступа изменился. Я позвонил Хану и даже поговорил с профессором Вэем, чтобы он вступил за наш проект и меня. Наконец, соединили с какой-то шишкой из юридического отдела Рейс, которая смогла заново дать нам допуск в лабораторию. Мне запрещено указывать код в почте и смс, так что я отправлю где-нибудь записку с ним. В случае, если мы добудем. То есть, тут где-то записка лежит, чтобы... чтобы найти какой-то... код или пароль или что. Вот он код, суки, наложили тут всяких коробок. Ну-ка, где мои пароли? Под ковриком, по-любому. Где коврик? Это первая идея, собственно же. Рисуночки у нас прям. Оп, давайте я вам покрашу здесь стену, вы мне, значит, бесплатно сделаете там что-то, томографию или что. Давайте вот так вот. Ой,
Все, я вам покрасил. Скажите мне спасибо, заплатите, я пойду. Так, сейчас найдем. Здесь где-то пароль должен быть. Он сказал писочка. А, возможно, в тумбочке. Какое-то дерьмо, Еще больше дерьма. Хрень. Газетка. Отлично. Такое лицо. Но тут, в принципе, газета. Это все читать, это будет все долго очень. Тут много газет, очень много газет. Окей. Какие-то странные вещи. Будем читать основное такое, что на сюжет влияет, а не на газеты, в принципе, которые бесполезны. А, вот это может. Давайте уберем все это. Стулу, иди. Включи свет. О, больше света, больше лучше. Так. Где ты спрятал свой код, идиот? Который здесь был. Ну-ка еще раз прочтем. Прочтем еще разочек. Записку. Где-то записка у нас. Он должен оставить записку. То есть, профессор, ты где записки оставляешь вообще? Туда должна быть доска какая-нибудь с записками. Да? Правильно? О! А, мы в Корее, отлично. Тут вроде говорят, интернет хороший прям. Окей. Нам, видимо, его не дадут. А, записка, записка, записка. Так. Где же записка-то? Ну, естественно, вот она записка. 2501, ё-моё. Как я мог просмотреть, ходил, бродил. Пойдемте, зайдем, что вы там прячете? Ну-ка, сейчас мы откроем. А, 25. О, красава. Погнали, что тут прячете? Так, сначала не меня пугает эта подсказка, бежать, что придется. Алло, вы что тут? Что тут? А, это моё, в принципе, мы, как бы, этот... Fire, house. Меня записали на прием, аптечку, давай аптечку открой. Все закрыто, что за вообще за жизнь, все закрыто. Тут динамит содержится? Ладно, пусть будет там. Слушайте, меня тут закроют сейчас, наверное. Сервера, ребят, сервера чего-то, кого-то там. Мозга, смотрите. А, можно как-то внести, смотрите. Опа. Прикольно. Включи свет, я ничего не вижу. Во, молодец. О боже, тут что? Штаб какой-то хакеров или что? Куча всякого софта. Дрель даже есть. Человек-сосед здесь живет. О, материнка, смотрите. Разобрали. Что у нас тут здесь по... Кто там бегает? В принципе, это башка вся, это наша нервная система, бла-бла-бла, сервика. Я тут, в принципе, не засесал змина, поэтому я тут чинить ничего не буду. Я просто пойду дальше. Да, я тут на прием, да. Можно мне отрезать голову? Конечно, не слышу, ты мне пароль от двери не дал. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing. Ты не доктор, как я понял. Ты тут просто подменяешь. Я не хочу с тобой работать. Можно я пойду домой? To help people like you. Ага, помочь. Сейчас что-нибудь со мной сделаете. Take the tracer fluid? Yes. Конечно, выпил, чё. Great. Well, we can start whenever you're ready. Давай, готов я. Нет, не готов. Дайте посмотрю, у вас что тут. Хрень какая-то, просто текстовый документ. Дайте свет выключу, чтоб неповадно было. Сидеть в темноте здесь. Так. Just sit down and we'll get started. Да я хочу нажать кнопку. Please don't touch anything. Ну ладно, ладно. Не буду тебе. Давайте я сяду. Опа. Все, давайте, сканируйте меня, значит. Полностью. Ну хоть не приковал. Знаете, это на Fallout, похоже, там такие же шлемы были. В виртуальной реальности там людей, значит, пленили. Ну помните, если кто играл по сюжету главному. Окей. Что это? Alright. Let me just get this out of the way. Конечно, правильно, если бы я бы сюда не пришел тогда. Да. Canada, Munchie. Да, я из Канады, я видел флаг. July 16. Right. Flatner graph version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Okay. Ready? Сыр. Что-то у меня в глазах помехи, ты точно фото делаешь? Что ты творил, мудак? Он что-то с нами сделал. Попросить у него профессию, все это херня обычно делается. Где я вообще? Что ты со мной сделал? Да-да, у меня тут же вопрос. Темно. Не видно ничего. А, я понял. Что происходит? Напугало-то.
Вот доверяете потом докторам, да? Значит, а где я вообще нахожусь? Did something go wrong? Я вижу красный свет, идем к нему. Красный свет. Кнопочка. Окей. Оу. Куда я попал? Чоп. Да-да. Что за херня происходит? Это что? О, космонавты, ребят, мы на космической станции. Кто туда вообще влезет, скажите мне? Где вы такого человека найдете? С такой огромной головой и такими штанишками. Ну давай, одень один комплект, тут вроде опасно, наверное. Ладно, не хочет наш герой одевать это все. Стулья. Стулья — это полезная вещь. Но на данный момент не очень. Так, давайте. Омни-инструмент. Нет у меня ни хрена омни-инструмента. Что тут у нас? Установщик типов омни-инструмента. Создавайте, настраивайте, амортизируйте свой омни-инструмент с помощью разнообразных программ, модулей и оперативной помощи. Собственно, какая-то херня. Тулбокс. Ящик с инструментами. Где? Туда. Провод идет. Откройте мне его. Может, тут кнопочка есть? О, огнетушитель. На! Ах, говно какое-то не ломается. Ну ладно, пойдемте дальше. Че это значит нет? Ну-ка, открой. Ну охренеть теперь. Так, где омни-инструмент? Нет, это определенно не омни-инструмент. Тут должно быть, вот написано, тулбокс. Я хочу тулбокс. Может, это как-то открывается? Давайте разобьем еще раз. Давай. Не помогает. А, что происходит? Что за хрень произошла только что? Я просто подошел к стеклу, и тут какой-то чувак что-то сделал стеклом. Я не видел, что это делали. Кто мне что делал? Что сделали? О, вентиляция. Я понял. Ну-ка. А, красавец. Красавец, смотрите. Это я, что ли, ударил так? Или тут ударил? Отлично. Ой, куда будет? Ух ты, водичка, ты что, смотрите. И на этом мы закончим сегодняшнюю серию, ребят. Комментируйте, оценивайте, ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем до встречи, всем пока.